транспортировка портальных кранов из Темрюка в Новороссийск. Краны высотой 56 метров накатным способом были установлены на баржу, предварительно оборудованную специальными рельсами, и закреплены на палубе с помощью 88 тросов каждый. Путь от Темрюка до Новороссийска в начале апреля отличается тяжелыми для судоходства погодными условиями. Высокая скорость ветра, быстрое течение, сильные волны. Для обеспечения максимальной безопасности транспортировки на входе в пролив к буксирному составу, включающему баржу с кранами и буксир, присоединилось еще два буксира, притянутых к барже швартовыми.